Итак, значит, тема вот как бы она обозначена здесь, спорим о невозможном. Значит, невозможное понятие модальное, и мы исходим из представления о практической модальности. Значит, практическая модальность, в таком она в аристотелевском духе понимается. Значит, как мы помним в обостолковании, в 9 и 12 главах, когда Аристотель рассуждает о том, что, значит, будущие случайные события, невозможно, относительно них невозможно сегодня высказываться ни истинно, ни ложно, вот, то один, его аргумент центральный состоит в том, что, значит, по поводу такого рода вещей, не может, если бы они были необходимы, по поводу них не было бы ни решений, ни действий, вот, а ни обсуждений, ни решений, да, а, значит, вот поскольку все-таки мы что-то обсуждаем и что-то решаем, то ясно, что эти вещи не являются предопределенными. И параллельное место у него там в Никомаховой этике, где он точно так же говорит о том, что то, что уже случилось, поскольку об этом случившемся уже бессмысленно рассуждать, поскольку оно уже есть, то оно является в этом смысле необходимым. Не в каком-то другом, именно в этом. А, значит, а то, о чем еще можно рассуждать, по поводу чего еще возможно решение, оно, значит, является возможным тогда. И случайно. У него билатеральное есть возможность, случайно. Может быть так, может быть иначе. Несколько раз это проговаривали. Так это или нет, каждый раз зависит от наших каких-то установок. Потому что различие между необходимым и случайным, ну, это в такого рода практической модальности, состоит в том, что мы будем относить к сущности вещи. Потому что если дальше мы вглядываемся в Аристотеля, мы там обнаруживаем, что вот эти случайности, они относятся, естественно, к превходящему. Что если для человека существенным признаком является его разумность, то, будучи человеком, ты и завтра будешь разумным, и послезавтра. И это для тебя необходимое нечто, не является случайным. А если ты перестанешь думать, то, значит, видимо, перестанешь быть человеком. Точно так же, как там, если бы дерево росло, то для него быть там живым и брать соки из почвы, это было бы необходимым и завтра, и послезавтра. По этому поводу нет возможности не спорить, не принимать какие-то решения. А если оно перестает быть живым существом и деревом, тогда, конечно, оно эти свойства теряет. Потому что это фундаментальное, ну, существенное свойство. А превходящие свойства нет. Они могут быть, могут не быть. Поэтому и на них какие-то из них зависят от наших действий. Поэтому вот здесь два аспекта получается практической модальности. С одной стороны, мы как вот рациональные агенты, значит, предполагаем, да, что от нас что-то зависит, что, значит, у нас есть последовательность, которую вот он Никомаховой этики описывает, что мы исходим из некоторого знания. Значит, у нас есть некоторые страсти, которые движут нас к тому, чего мы хотим. Дальше мы строим некоторые расчеты. На основании этих расчетов какие-то решения принимаем. Решение здесь можно трактовать как анонсированное намерение. А потом мы иногда удается это воплотить в жизнь и получить это через действие. Вот. Что из этого относится к сущностному, что из свойств вещей относится к сущностному и превходящему, мы иногда решаем, в общем-то, каждый раз по-разному. Мы можем ошибаться относительно нашего представления о превходящем, равно как и о существенном. Поэтому практическая модальность, в ней большой компонент эпистемический есть. Если описывать ее в традиционной технике, значит, чтобы у нас было какое-то отношение достижимости между возможными мирами, в которых описаны те или иные, значит, факты собраны, да, непротиворечивым образом. Значит, здесь это будет отношение достижимости не какое-то такое довольно сложное его. Поэтому мы и не беремся в этой статье его описывать, значит, потому что оно отражает представление агентов о том, что может быть. Вот такие отношения достижимости встречаются, опять-таки, в таком нераскрытом виде в логиках, описывающих желания, намерения и действия. Систем таких построено немало, но, как бы, на мой взгляд, они интуитивно всегда задают много вопросов. Остаются не очень прозрачными, поэтому как-то в итоге их мало применяют. Наш главный вопрос здесь, значит, почему мы ведем споры о невозможных объектах, неосуществимых действиях и недостижимых результатах? А мы такие споры ведем.
И, значит, мы спрашиваем, как это возможно, и не является ли это какой-то бессмыслицей, какой-то, ну, чем-то абсурдным, ничего не стоящим. И, может быть, даже интеллектуально не вполне приемлемым. Ну, в данном случае мы употребляем слова «добродетель» и «порок». Значит, если мы спорим о вещах, которые, очевидно, возможны, или уточняем свои мнения, то да, это легальные поводы для спора, приносящие нам, значит, коммуникативный продукт какой-то позитивный. И здесь все хорошо, это добросовестная акция и добродетельное действие интеллектуально. А вот если мы спорим о чем-то недостижимом, неосуществимом и невозможном, то неясно вообще, что в этот момент происходит. Какова здесь прагматика? Мы исходим из следующей модели спора, что, значит, у него есть, у спора есть прямые цели, институциональные, то есть те, которые спор, как вот такое, значит, взаимодействие агентов по поводу какого-то знания, значит, вообще организуют, является для него главным, центральным. Значит, тут могут быть три варианта. Значит, вообще общая идея наша состоит в том, что споры ведутся ради совершения какого-то действия. Этому самому действию предшествует решение о нем, а самому этому решению предшествует достижение какой-то общей позиции или изменение каких-то позиций, изменение установок. Поэтому здесь может быть достижение единой позиции, переубеждение. Ну и подготовительным этапом ко всему этому часто является просто выявление, уточнение мнений, когда само решение отложено на потом. И само вот это принятие, совершение действия, значит, все это откладывается как-то на потом, потому что для этого может быть мало информации, достаточно оснований. Поэтому это тоже институциональная цель, но она как бы такая вот разнесенная по времени с окончанием, с разрешением самой проблемной ситуации. Помимо прямых целей есть огромное количество косвенных. Вот часть из них здесь представлены, потому что иногда нам необходимо использовать коммуникативную процедуру для того, чтобы, например, значит, повлиять на кого-то. Это будет тертиарный спор, влияние на третьих лиц. Иногда нам необходимо выявить мнение этих третьих лиц. Мы можем его не знать, а таким образом мы их провоцируем. Иногда нам необходимо показать, что мы чего-то стоим в глазах своих сторонников или, значит, отстаивать некую общую коллективную позицию, даже если это безнадежно, просто предъявляя аргументы и еще раз демонстрируя, что они живы и дискурсивно функционируют. В некоторых ситуациях важно показать, что сторона спора является полноценным участником каких-то социальных взаимодействий. В этом могут быть сомнения, эта сторона спора может быть малолетней или дискриминированной, или иметь плохую репутацию, или что-то еще. Значит, если удается войти в спор так, чтобы быть выслушиваемым, представить аргументы, то в глазах окружающих вроде как статус такого лица, значит, повышается, и он возвращается в число равных. Вот. Еще другие косвенные цели, это тут перечислены, внутренний эффективный баланс, связанный с тем, что мы подвигаемся обычно к участию в такого рода столкновениях мнений, естественно, каким-то желанием, каким-то внутренним движением эффективным, и оно может разрешаться вне зависимости от того, достигнута ли институциональная цель. Ну и, наконец, кто-то участвует в спорах ради того, чтобы освежить дискурсивные навыки и встряхнуться, так сказать, интеллектуально. Есть косвенные цели и метадискурсивного характера. Они связаны с самим статусом спора, со статусом его участников, со статусом того социального института, в рамках которого спор разворачивается. Значит, и здесь появляется четвертая сторона, я потом ее проиллюстрирую. Значит, если у нас имеется спор двух сторон с участием аудитории, и, допустим, эти стороны желают влиять на аудиторию, а не друг на друга, то все происходящее, опять-таки, является некоторым театром для вот более внешнего наблюдателя, стороны четвертой. И на основе этого наблюдения эта четвертая сторона может, например, прийти к выводу, что такой спор несостоятелен, не нужен, социально вреден, недобросовестен и что-то еще. Поэтому сам факт состоявшегося взаимодействия, такого самой дискуссии, ее результаты влияет на тех, кто на это смотрит, даже если он сам не является участником. И его мнения при этом никак не могут быть поколеблены. Скажем, если мы там, не знаю, не верим в Бога, но перед нами богословский диспут,
и имеются наблюдатели этого диспута, которые склоняются на ту или иную сторону, то мы, понаблюдав этот спор, заключаем, что в данной социальной среде имеются такие надежные практики согласования мнений, имеются надежные практики аргументирования, и они востребованы какой-то аудиторией. И мы говорим, у нас представляется определенное мнение об этой коммуникативной среде. Но вот, а сами мы при этом оказываемся не затронуты тематикой этого спора никак. А кроме того, в споре, как в таком институте согласования мнений и движения к принятию решения, существует три этапа. Значит, споры повестки, дальше обсуждение существа дела и делиберация о действии. Значит, ну, я сейчас о них как бы не буду там уж более подробно говорить. Скажу только, что, значит, участники столкновения мнений, они во всех этих трех, значит, на всех трех этапах, они выступают в разных ролях. Значит, споры повестки ведется обычно от имени инициативной группы, которая пытается внести, продвинуть вопрос какой-то в повестку какого-то институции, какой-то социальной, в которой может обсуждаться проблема сама. И имеются инстанции, контролирующие эту повестку, которые либо заинтересованы, либо нет, либо равнодушны, да, и, значит, оказывают то или иное противодействие или, наоборот, содействие инициативной группе. Чаще всего этот спор интересен тогда, когда инициативная группа еще не признана, когда она новая, когда вопрос новый. Тогда мы обычно наблюдаем косвенную цель спора, это, значит, заявление о себе, попытка войти в число, как бы, статусных участников дискурса, а с обратной стороны, наоборот, наблюдаем такую охранительную тенденцию не пускать новичков, оградать дискурс от уже того, что там в нем есть, ничего, не пускать новых слов, новых понятий, новых идей. Это, значит, фактически спор за социальный статус и за возможность представительства. Спор, когда происходит обсуждение существа, дело другой. Здесь у нас стороны выступают в качестве экспертов по какой-то области знания или более универсально, но выяснение существа – это наименее такая, наиболее теоретическая и наименее социально напряженная дискуссия, потому что здесь статусы уже не ставятся под вопрос. А вот делиберация о действии вновь несколько обостряет происходящее, потому что здесь стороны, возможно, те же самые, выступают как потенциальные практики, как те, кто способны полученное знание какое-то, ну, тут то знание, в котором удостоверились, пытаться реализовать практически, вот оно, там они, значит, могут оспаривать друг у друга вот саму эту способность. Не только, значит, знание и целесообразность его приложения в виде того или иного действия, но, например, также способность это действие реализовать. Теперь о том, что такое прагматическая пресуппозиция спора. Вот для споров о невозможных вещах она как раз очень важна, потому что когда у нас нет сомнения в том, существует ли объект, свойства которого мы выясняем, существуют ли факты и обстоятельства такого же рода, возможно ли совершение действий, которые обсуждаются, значит, здесь мы примерно разделяем одно и то же знание. Разные две стороны спора и все, кто в нем еще участвует, они придерживаются примерно одних и тех же позиций, и у них общая прагматическая пресуппозиция. В частности, это прагматическая пресуппозиция, если мы говорим о действиях, да, состоит в том, что эти действия, значит, они что-то определяют в мире. То есть вот спор о действии здесь наиболее любопытен, потому что это спор о будущем, о том, что можно было бы сделать, так? И если мы вдруг почему-либо считаем, что что-либо сделать невозможно, то это оказывается нарушением прагматической пресуппозиции, согласно которой от наших действий что-то может зависеть, и в этом случае имеет смысл спорить. А вот если от наших действий мало что может зависеть, то, пожалуй, в этом смысле непонятно, зачем тогда спорить, да? И какой смысл будет, какое назначение этого спора. Вот это практически возможное и невозможное здесь, они проявляются в различных вариантах языковых игр. Подобно тому, как по поводу вещей, которые есть, по поводу вещей, которых нет, у нас разные языковые игры, точно так же по поводу действий, которые можно совершить, а которые нельзя совершить, по поводу вещей, связанных с нами,
как с причинами, да, и которые могут быть связаны с нами, как с причинами, и теми, которые говорят, их невозможно, да, различные просто языковые игры. И там будут различные правила и различные прагматические пресуппозиции. Вот эта прагматическая пресуппозиция должна разделяться для того, чтобы вот такой спор можно было вести. Вот примеры. Значит, ну, тут можно, например, говорить о исправлении прошлых ошибочных действий. Значит, например, врачи могут спорить о том, по какой причине, так сказать, скончался пациент, и что нужно было сделать иначе, для того, чтобы он, допустим, выжил. Если им сообщить этот момент, что пациент, оказывается, покончил с собой, то ясно, что спор теряет смысл, потому что прагматическая пресуппозиция дискуссии состояла в том, что от этих действий что-то могло зависеть. Либо, например, мы узнаем, что пациент все лекарственные препараты выбрасывал и не принимал их. Значит, тоже получается, что от действий и назначений врачей, от манипуляции, которые они совершали, мало что зависело. Значит, в таком случае бессмысленно обсуждать. Здесь прямая цель – это выявление ошибок. Да, когда мы смотрим, кто там поступил неправильно и что нужно, как нужно было сделать иначе. Но при этом всегда остается в качестве косвенной и метадискурсивной цели проверка самой прагматической пресуппозиции. Значит, чем это связано? С тем, что когда мы, если мы ведем этот спор и обсуждаем действия, которые могли привести или не привести к какому-то исходу, то это означает, что мы исходим из этой пресуппозиции. И, значит, объявление этого спора бессмысленным означало бы вот как раз ровно то, что от нас бы ничего не зависело. Подобно тому, как, ну, старая какая-нибудь расхожая метафора, что людям кажется, что их действия на что-то влияют в мире, в то время как это только иллюзия, предустановленная гармония. На самом деле Господь Бог все, значит, предопределил. И тогда спорить о том, как надо было бы поступить, бессмысленно. В этот момент этот спор как бы взрывается, потому что пресуппозиция его не, значит, не верна. Поэтому, если ответ позитивный, да, то есть, значит, пресуппозиция имеет место, и спор осмысленный, то тогда в этом споре можно достигнуть и прямых, и косвенных целей. Но может случиться иначе. Может случиться, что ответ будет негативный. И тогда получается, что мы можем достичь только косвенных целей, да еще и метадискурсивных. Каких, например? Вот, например, имитации. Вот сейчас мы об этом потом, я еще подробнее скажу про имитацию. Значит, вот вопрос такой, разделяется ли сторонами и участниками спора эта прагматическая пресуппозиция? Только мы теперь обострим. Значит, что такое эта пресуппозиция, мы примерно определили, а теперь разделяем ли мы ее. Значит, вот допустим, что стороны не разделяют эту пресуппозицию. То есть мы, два врача, считаем, что от наших действий ничего не зависело, но спор ведем. С какой целью тогда мы это делаем? Очевидно, что задача этого спора – какая-то манипуляция, обычно в отношении третьих лиц. Третиарный будет спор, когда мы изображаем, совместно изображаем и пытаемся дать понять этим третьим лицам, что да, наши действия были осмысленны, полезны или бесполезны, но в любом случае они на что-то влияли. Значит, опять, если мы с этой метафорой предустановленной гармонии, значит, этой идеей сравним, то получится, что люди, которые не верят в то, что от их действий что-то зависит, но спорят так, как будто имеет место обратное, они тем самым как бы отвергают идею предустановленной гармонии самим актом этого обсуждения. Но есть несколько контекстов, в которых мы, да и множество и языковых игр, в которых мы застаем людей такого рода манипуляции. Ну, потому что, допустим, им необходимо показать свою там социальную значимость, востребованность и прочее, прочее. Вторая возможность – пресуппозиции, они разделяются аудиторией. Значит, при этом участники спора, они, стороны спора, они как раз ее разделяют. То есть им кажется, что от их действий что-то зависит, да, в то время как наблюдатели думают, что это не так. Ну, скажем, в детском саду имеет место некий спор по поводу того, значит, между детьми, да, как там они повлияли на Деда Мороза и Снегурочку, приходившую там к ним. А воспитатели наблюдают за этим спором, понимая, что такого влияния, по-видимому, все-таки не было. Но им интересен этот спор для того, чтобы понять, как мыслят себя стороны в этом споре.
И вот доклад Юрия Юрьевича, если расширить этот весь контекст о дискуссии об основаниях математики, добавить туда еще там десяток имен, значит, и Юрий Юрьевич не раз говорил, вот сейчас мы понимаем это иначе, сейчас это определяется иначе. Это вот похоже примерно вот на такого рода спор. То есть мы говорим, вот сейчас, конечно, мы знаем, как обстоят дела, а вот эти почтенные люди в старину, они вели спор о том, как они обстоят, но они немножечко все ошибались, потому что на самом-то деле дела обстоят иначе. И вот нам интересно, какие у них были позиции, что они думали по поводу вещей, по поводу которых они все одинаково заблуждались. Так примерно мы обычно рассуждаем о всякой старой науке, ровно не разделяя позицию самих спорщиков. Третья возможность, что все участники не разделяют позиции спора, и здесь могут быть разные группы вариантов, и тут понятно, что поскольку три стороны, то перебор да-нет дает нам довольно много, значит, опций, все перебирать не будем, но вот если установки участников прозрачны друг для друга, то это одна возможность, да? Значит, в этом случае и аудитория понимает, что, значит, не разделяются пресуппозиции, и тогда аудитория спрашивает, аудитория может ответить на вопрос, почему спорщики ведут свою работу, но для нее возникает вопрос, зачем она является свидетельницей этого спора. Тут может быть цель чисто тренировочная какая-то, студенческие дебаты, посвященные какой-нибудь там экологической проблематике, как раз являются такого рода спором. Всех интересует совершенствование дискурсивных навыков, не более того. Или стороны спора и аудитория непрозрачны друг для друга. Это интересный сюжет, когда, например, вот, зная, значит, две стороны, они разделяют пресуппозицию или не разделяют ее, но и имеют что-то противоположное со стороны аудитории. Скажем, если стороны не разделяют пресуппозицию, а аудитория разделяет, тогда понятно, что стороны при всех своих конфликтных отношениях совместно осуществляют манипуляцию аудитории. Так вот. Но нам самое интереснее всего посмотреть, конечно, случай 3.3, когда стороны друг от друга непрозрачны при любых сопутствующих отношениях с аудиторией. Вот примеры языковых игр для всех этих случаев можно подобрать, и их довольно много, и самых разных, и мы буквально чуть не ежедневно становимся участниками такого рода взаимодействий. Ну вот, например, имитационные дискурсивные практики. Представим себе советские времена, школьное комсомольское собрание, его инспектирует представитель райкома комсомола, и на этом собрании, в хорошем, если оно хорошо сделано, все выступления заранее отрепетированы. Заранее написан текст докладчика, заранее написаны вопросы, они розданы на бумажках участникам собрания, заранее подготовлены ответы. Значит, все, что происходит, является спектаклем. Значит, проверяющий знает об этом, и как раз он проверяет качество этого спектакля, насколько хорошо этот спектакль подготовлен. И он остается очень довольным, если все идет без сучка и задоринки, перестройка еще не наступила, и поэтому все исполняют свои роли с некоторым рвением даже, и остаются очень довольны тем, что осуществили имитацию собрания. При этом даже, в общем, не важно, какие установки, значит, по поводу советской власти и коммунистической идеологии присутствуют в головах собравшихся, а главное, что прагматическая пресуппозиция, она здесь всеми одинаково разделяется. Состоит она в том, что, значит, наша задача – это имитация собрания, которую все понимают. А почему это так надо? На этот вопрос нет смысла обсуждать. Это некая форма конформного поведения, вот, значит, которая должна сделать что? Поддержать некую социальную практику, сохранить действие какого-то института и, в частности, обновить представление руководства о том, насколько адекватны комсомольские и руководители администрации самой этой школы. Значит, здесь целью является как бы показать, что институт работает, что он действует. Значит, если комсомольская организация школы и ее директор и завуч в состоянии обеспечить такое собрание, значит, это работающий институт. Ну, коль скоро никаких других задач у него нет, кроме имитации такого рода деятельности, то вот таким образом она и проверяется. Значит, они выполняют всю эту работу, готовят это собрание, проводят его для того, чтобы показать, что они дееспособны. Ну, возникнет, понятно, критический вопрос, а зачем же, собственно, к чему еще они должны быть готовы и на что еще они должны быть способны? Этот вопрос не обсуждается. Вот к этому должны быть, вот они что-то не показывают.
Ну, или, например, так, интеллектуалы обсуждают экономические проблемы на государственном телевидении в прайм-тайм. Значит, это хорошо работает в модели, скажем, Юргена Хабермаса и его, значит, коммуникативной этой политики, коммуникативной демократии, в том случае, когда вот обыватель, в общем-то, всем доволен, ничем не встревожен, и вот когда он там щелкает телевизионные каналы в поисках футбола или руководства по кулинарии какого-то, он находит эти какие-то умные головы, произносящие сложные слова. Он смотрит на них примерно 5-10 секунд, удостоверяется в том, что эти сложные слова, произносимые умными головами, посвящены там экономике, и со спокойной душой идет дальше, потому что знает, что кто-то в этот момент размышляет об экономике, думает об экономике, и умно о ней говорит, и, по-видимому, можно быть уверенным в том, что будет принято какое-то надежное решение. Сами интеллектуалы, сидящие в студии, могут при этом не разделять никаких плюсов позиций прагматических этого спора. Они могут считать, что происходящее является просто имитацией, потому что от их разговоров может ничего не зависеть. Это уже эмпирические обстоятельства, зависит или не зависит, но это не мешает им вести этот спор, потому что он полезен для их статуса. Я хожу на телевидение, говорит некий профессор экономики, я там востребован, у меня, значит, задают вопросы, я главный, один из ведущих экспертов на эту тему, значит, меня за это поощряет начальство в университете, и вообще я имею промоушен и, так сказать, известное лицо. В том случае, когда обыватель расстроен экономическим кризисом, разочарован государственной политикой, ни во что не верит, значит, наблюдая эти же головы, он говорит, опять делают вид, что они там что-то в чем-то понимают. И он абсолютно прав. И он разделяет пресуппозицию, согласно которой, то есть не разделяет пресуппозицию этого спора, с его точки зрения от этих разговоров ничего не изменится, и от, ну, с точки зрения участников спора они тоже понимают, что ничего не изменится. Вот все три стороны знают, что происходит какая-то имитация. Вот до каких пор телевизионная программа будет оставаться в эфире, это зависит уже от того, что думают по этому поводу администрации самого телевидения. Она может, например, если это не коммерческое, никак не связано с рекламой, они могут думать, что пусть, хотя никто не верит в то, что эти интеллектуалы на что-то могут повлиять и что их обсуждения полезны, пусть они будут, вот, чтобы не тревожить нашу публику окончательно. Или еще там третий пример, вот распределение наград киноакадемии в соответствии с расовыми, гендерными и иными балансами. Значит, все участники делают вид, что они всерьез обсуждают роли, работу режиссеров, сценаристов, осветителей, композиторов и актеров. На самом деле, конечно же, помимо этого, значит, у них есть, имеет некий план о том, какого цвета должны быть вот эти все деятели, получившие какое-то количество там наград, что-то у них, значит, с гендерами и всякими другими сюжетами. Значит, есть то, что и зрители могут разделять пресуппозицию здесь этого обсуждения, что они обсуждают только творческую сторону, или не разделять ее. И если они ее не разделяют, это не делает менее интересным само обсуждение и саму процедуру, потому что, допустим, у нас имеются представители разных цветов и представители разных вот этих вот гендерных ориентаций, и зритель может гадать, кому достанется больше, а кому меньше, и даже делать ставки на это. Если мы берем опцию 3.2, то здесь, когда мы просто хотим выяснить его настроение аудитории и, собственно, понять, она-то разделяет прагматическую пресуппозицию возможного спора или нет, то это споры низкой интенсивности. Такие есть, они нам почему-то кажутся неинтересны, мы, заставая спор низкой интенсивности, разочарованы. Вот. Между тем они существуют, и именно для этой цели. Значит, это дежурная отработка, скажем, в сети чат-ботами реплик какого-нибудь форума или социальной какого-нибудь чата, да, где это могут быть совершенно неинтересные реплики, а вместе с тем мы обнаружим, что на них отвечает и активно. Это, значит, это тест. Тест на то, насколько эта тема вообще может оказаться релевантной, насколько ее требуется ее развивать. Ну, потому что если мы нащупали какую-то проблемную тему, то мы можем это дело капитализировать. Или предварительные дебаты в ходе выборов. Понятно, что все выборы сопровождаются тщательными социологическими замерами, но один из вариантов такого замера – это как раз вот некие дебаты, в которых обычно не первые персоны, а лица второго
круга, они просто сбрасывают некоторые вопросы, некоторые темы и смотрят на реакцию аудитории. Тут нет задачи ее в эту аудиторию прям взорвать, но есть задача посмотреть на то, как она будет реагировать и что она воспримет всерьез. Мы действительно воспринимаем всерьез такие споры, прагматические пресуппозиции, которых мы разделяем. Значит, вот эти все формы имитационные, игровые, все это, конечно, мило, но когда заходит речь о решении каких-то проблем, нам нужны серьезные споры, к которым мы относились серьезно. Ну вот, задаю еще опция 3.3. Значит, здесь это нечастое сочетание, когда прагматические пресуппозиции вообще могут быть оставлены в стороне. Значит, как раз здесь проблема разделять ее или не разделять, она остается. Это вот это будет наш главный сюжет, в общем. И косвенные цели оказываются важнее прямых. И вот ярким примером это дискуссия Тунберг и Трампа в Давосе 2020 года, в 2020 году. Значит, это спор о повестке. Тунберг, как представитель, значит, неизбранный представитель окружающей среды в собрании мировых элит, значит, заявляет о том, что необходимо эти вопросы обсуждать и требует, как бы, получения систематического права голоса. Понятно, что элиты как-то отмалчиваются, сопротивляются. Ну, классическое столкновение при обсуждении повестки. А Трамп дает конструктивный ответ. Значит, цели разные, аудитории у них разные, задачи у них разные. Значит, Тунберг вот преследует те цели, которые я назвал, а Трамп преследует цели, как ни странно, иные. Ему, в общем, его не сильно волнует, как там будет участвовать Тунберг в диалоге с мировой элитой. У него есть собственные избиратели, которые оказались взволнованы экологическими проблемами, как показали замеры социологов. Поэтому Трамп произносит эту знаменитую речь о том, что мы живем в эпоху оптимизма, в эпоху улучшений, у нас скоро все будет очень здорово, вопреки там всяким наветам, прогнозам паникеров. И вот, значит, научно-технический прогресс, он как бы сделает свое дело, и экологические проблемы, которых и вообще нет, их и совсем не будет. Они, очень интересно, что две стороны, которые имеют разные, значит, цели в этом споре, однако согласно и совместно используют их, подыгрывая друг другу, вольно или невольно, в достижении этих целей. Вот здесь разделяет ли Трамп пресуппозицию и Тунберг? Может быть, Тунберг верит в то, что экологическую проблему можно как-то разрешить какими-то мерами. Трамп, очевидно, к этому равнодушен. То есть одна сторона разделяет пресуппозицию, другая нет. Аудитория точно так же делится на две части. Но при этом спор оказывается успешным, потому что он тертиарный, и еще и о повестке. Каждый обращается к своей публике, к третьим неким лицам, и вот происходит отстаивание статуса. Другой вариант такого рода спора – это когда некий активист просто заявляет о себе, он использует любой повод, любую дискуссию для того, чтобы показать себя как такого активного дискурсивного агента, как, значит, потенциального политика, продемонстрировать людям свою готовность представительствовать. И вот здесь он тоже имитирует достижение стремления к прямой цели, а при этом преследует косвенное, заявляет о себе. Значит, мы можем заметить здесь некоторый набор общих правил. В частности, что прямые цели, значит, поглощаются косвенными, причем они, это происходит легко и быстро. И грамотный участник коммуникации, зная об этом, никогда не вступает в спор, имея только одну цель, причем цель прямую. Значит, если мы вступаем в коммуникацию, то на случай, если прагматическая пресуппозиция провалится или вообще потерпим какое-либо иное поражение в деле достижения прямой цели, ну, значит, прагматическая пресуппозиция чаще всего проваливает для нас прямую цель, да, если она оказывается неверной, то тогда, значит, спор теряет смысл, а если у тебя нет косвенных целей, то тогда все издержки на участие в нем зря. Поэтому всегда должна быть прямая, к ней несколько косвенных целей, и которые, постановка которых снижает риски от участия в этом взаимодействии. Вот. И конкретная прагматическая пресуппозиция, да, она определяет, какие наборы целей могут быть поставлены. Значит, мы также полагаем, что вот сам спор, в котором эта прагматическая пресуппозиция исследуется, или исследуется отношение аудитории к ней, он будет метадискурсивным. То есть
он всегда работает на уровне анализа самой процедуры, самого процесса, участия в нем той или иной сторон, участия в ней аудитории. Значит, и он должен считать сам спор состоявшимся. Вот, как бы это некая рефлексия по поводу самого вот этого столкновения мнений, идей и прочего. Поэтому метадискурсивный характер будет. Теперь перенесем все это на этапы спора. Значит, пресуппозиции споров в повестке сводятся вот к чему? К оценке роли самой аудитории, да, к тому, что могут, чего могут достичь социальные институты. Вот. И мы здесь спор по существу не включая, мы предполагаем, что это существо вопроса разрешится в перспективе. Безусловно, возможность решить, возможность принять действие, возможность найти ответ, безусловно, влияют на вопросы повестки. Ну, скажем, если у нас есть некая неразрешимая проблема, например, там, теорема Ферма, значит, да, и мы собираемся значит, на этапе спора по существу обсуждать значит, ее доказуемость или недоказуемость, да, то внесение этого вопроса в повестку будет затруднено или облегчено в зависимости от того, что по этому поводу мы будем думать. Ну, то же самое там классический анекдот про вопрос о происхождении языка. Значит, если этот вопрос считать неразрешимым, да, то и внесение в повестку его будет затруднено. Но по большей части проблем мы не имеем таких заранее готовых уже ответов, поэтому пресуппозиция спора о повестке, она всегда, значит, такая, скорее, более оптимистическая. То есть мы говорим, что в силу дискурсивного характера, значит, социальной коммуникации нашей, в силу того, что мы должны обсуждать все и вся, и это есть максимальное раскрытие богатства, значит, наших знаний и, значит, интеллектуальных умений, независимо от того, как нам представляется вопрос более или менее разрешимым, тем не менее лучше начать его обсуждать. Такой аргумент всегда есть. Вот. И, значит, мы как бы склонны здесь переоценивать наши возможности, бывает. А, значит, если у нас имеется дебат по существу дела, то здесь просто его пресуппозиция в том, что интеллектуально мы можем и на основании имеющих у нас данных мы можем дать более или менее внятный ответ или образовать более или менее внятную позицию, согласовать мнение по какому-то вопросу. Вот мы чего-то не знаем, но мы спросим экспертов, мы посмотрим Википедию, вот, какие-то другие справочные источники и какие-то вопросы разрешим. То есть здесь мы считаем, что обычно значит, мало что есть такого, чтобы совсем как-то не решалось вообще вовсе. Ну и, наконец, пресуппозиции спора о делиберации, о действии, это мы понимаем. От наших действий что-то зависит. Это главное. Итак, теперь споры о невозможных действиях. Когда мы знаем, что они невозможны. Значит, невозможное возрастает по степени интенсивности, проходя все три этапа спора. Значит, если у нас имеется место спора повестки, да, то невозможное здесь – это невозможное для социального института или для агентов, да, вообще заняться какой-то проблемой и как-то ее решить. Если мы хотим, вот почему, кто-то может сказать, не будем обсуждать экологическую проблему, это бессмысленно, потому что, значит, никакие, решить ее невозможно, и знания по ней получить толку никого невозможно, информации слишком мало, наука дает нам слишком мало, пока надо ждать. Поэтому обсуждать мы ее не будем, это только тратить время. Значит, здесь логика объяснения очень простая. Социальный институт, делиберативный, он, это тоже это ресурсы, это время, и у нас есть разные вопросы, мы выбираем те, которые имеют шансы быть решенными. У нас отбор, селекция вопросов. Они важны, и они имеют шанс быть решенными в обозримой перспективе. Те вопросы, которые могут быть даже и важными, но не имеют шанса быть решенными, по-видимому, не имеет смысла обсуждать прямо сейчас. Вот это пресуппозиция, значит, спора о повестке, если будет такой. Если в том случае, когда у нас невозможно. Значит, да, мы говорим, нет, нет, это вот в этом смысле проваливается вот эта пресуппозиция. Спор по существу. Значит, вот как, что, значит, здесь невозможно? Мы не можем, нас мало знания, или мы не умеем им оперировать? Или у нас имеется знание, которое невозможно игнорировать. Такое тоже бывает. Значит, как мы знаем, весьма трудно запомнить, но еще труднее забыть. И вот, значит, невозможные действия, значит, здесь, невозможное в споре по существу, оно оказывается часто
вот такого рода невозможно. И когда мы переходим к делиберации о действии, да, то здесь прошлые ошибочные действия, значит, как спорят двух врачей, недостижимые актуальные или будущие. Вот такие здесь варианты. Вот что-то прошлое ошибочное мы уже обсудили. Вот что такое недостижимые актуальные действия. Ну, предположим, болельщики обсуждают, как бы им вывести их любимую, что нужно сделать, чтобы вывести их любимую команду с предпоследней позиции, ну, на какую-нибудь повыше, поприличней. При том, что прямо сейчас в этой команде что-то такое делается именно прямо противоположное. Значит, кроме того, эти люди, которые это обсуждают, могут не иметь возможности повлиять на ситуацию. Или по каким-то причинам на нее просто невозможно повлиять, ну, там, социальные обстоятельства сложились, да, фактически. То есть прямо сейчас происходит что-то, что нас не устраивает, и мы рассуждаем о том, что если бы оно было иначе, ну, контрфактически такое рассуждение, то было бы так-то и так-то. Вот это будет недостижимое и актуальное. Ну, или вот будущие действия, что нужно предпринять, чтобы там решить экологическую проблему, или чтобы курильщики бросили курить, или чтобы молодежь отвлеклась от гаджетов и занялась чтением толстых книг. Вот такого рода, значит, вопросы мы можем обсуждать, как споры о невозможном. И вот эти варианты вот такие, которые я сейчас тут перечислил. Главный вопрос. Знаем ли мы, что действие невозможно, когда ведем спор о нем? Значит, только что мы исходили из того, что мы знаем. И да, если мы знаем, то тогда, ведя споры о прошлом, мы, скорее всего, выясняем, уточняем наши статусы, кто виноват, кто что отвечает. Ведя споры о настоящем невозможном, мы пытаемся повлиять на убеждения такой другой стороны или на убеждения аудитории с тем, чтобы сформировать и там некие намерения действовать в будущем. То есть, да, вот если бы сейчас поступить так и так, то было бы так и так. Здесь стороны еще как бы представляют себя в качестве окружающих, в качестве возможных экспертов или в качестве возможных будущих руководителей. Как бы они анонсируют, значит, если я примерно представляю себе, как сделать то-то и то-то, если однажды вы мне это поручите, то я, пожалуй, с этим справлюсь. Поэтому такой спор косвенные цели имеет и весьма даже значимый. Спор о будущем, как ни странно, и тоже может, даже касательно экологической проблемы или бросания курить или чего-то еще такого, тоже может оказаться, в общем-то, довольно полезным. Скажем, мы можем предполагать совершение действий, малых, небольших, дающих частичные изменения. То есть создавать некие тенденции. Ну вот да, мы не очень разбираемся в том, как сделать так, чтобы люди бросили курить. Но пусть у нас будут малые дела. Мы нарисуем каких-нибудь плакатиков, демотиваторов и будем их расклеивать на водосточных трубах. Или мы какой-нибудь клуб создадим по борьбе с табакокурением. Что-нибудь еще, что-нибудь еще. То же самое, если каждый на дому будет разделять мусор, рассуждают некоторые, то это создаст некую тенденцию, которая ведет к решению мусорной проблемы как части экологической проблемы. Иногда ведет, иногда, впрочем, нет. Поэтому тенденция есть тенденция. Они всегда лишь, еще пока не явление, но некий намек на явление. Но вот в последнем примере с мусором, что если будут разделять его на дому, то и в принципе он начнет разделяться. Что, конечно, не так. Но мое желание, значит, увидеть это именно в таком виде, обнаруживает в этом вот wishful thinking. То есть вот это вот, значит, придание тому, что мне хочется, значение того, в чем я убежден, или значение того, что вообще-то даже имеет место. Происходит тогда, когда ответ на вопрос нет. И этот вопрос, ответ на вопрос нет, он интересен тем, что когда я утверждаю, что, значит, вот я чего-то не знаю, то это не значит, что я утверждаю, что это неверно. То есть я остаюсь в ситуации неопределенности. И, по сути дела, у нас здесь оппозиция «да» и «неопределенно». Значит, знаем ли мы, что действие невозможно? Если знаем, тогда вот мы, вот этот понятный спор идет, и его цели, и, в общем, тут все ясно, да? А у меня неопределенная ситуация. Я не знаю, не могу сказать, этот спор, предмет возможен, невозможен. То есть вот эта пресуппозиция, я ее разделяю или нет? То есть считаю ли я, что от моих действий в этом вопросе что-то будет зависеть, какие бы я действия не совершил, или от них ничего не будет зависеть. И у меня нет определенности.
И когда такие споры ведутся, именно в этой ситуации неопределенности, то, конечно, как нам кажется, ну нет, не конечно, а нам так кажется, наше предположение, в основе позиции агента лежит вот эта установка, вышел Сенкин. Ну, определение ее, в частности, вот у Дэвиса, оно выглядит так, что у агента есть убеждение, да, значит, выяснить некоторые позиции. Ну, дальше тут я написано определение. И вот вопросы об интеллектуальной добродетели. Кажется, что пользоваться такого рода убеждениями – это интеллектуально порочная практика. Ну, мало того, что можно причинить вред себе, то есть исходить из суждений, которые ты считаешь правдоподобными или даже истинными, просто потому что они тебе нравятся, и можно, так сказать, совершить много ошибок. Но еще хуже, когда дискурсивная практика, типа спора, да, в которой это суждение будет фигурировать, например, оно может повлиять на аудиторию, может повлиять на оппонентов. Значит, опыт разнообразных дискуссий показывает нам, что как бы мы жестко не расходились с оппонентами, как раз наименее обоснованные наши посылки и суждения, имеющие обычно ценностный характер, идеологически нагруженные, это, как ни странно, то, во что наши оппоненты оказываются готовыми поверить быстрее всего или во что они начинают верить невольно. Вот, исторический пример состоит в том, что Генри Киссинджер, отправляясь в Китай в конце 70-х, верил в марксистскую формулировку, согласно которой базис определяет надстройку. И полагал, что если удастся внедрить в Китай капитализм, то это повлияет на политический режим в Китае. Генри Киссинджер уже не был марксистом, понятное дело. Но вот поскольку дискуссия эта велась в фоновом режиме и продолжает вестись постоянно, то вот именно эту позицию, которая является как бы наименее убедительной и, значит, но зато идеологически наиболее значимой, она как раз проникла в его сознание в наибольшей степени. Эта позиция для марксиста является как раз проявлением wishful thinking, понятно. И вот там, где в убеждение вложена эмоция, аффект, вложено желание, это почему-то оказывает именно на оппонента наибольшее влияние. Даже, возможно, бессознательно. Это такой феномен, который мы как бы, который можно было бы проанализировать даже, наверное, психоаналитически как-то. Через понятие трансгрессии, наверное. Практическое рассуждение. Как оно выглядит? Схематически оно выглядит так, что в нем имеются компоненты желаний и убеждений, которые потом переходят в формирование намерений. Так? И вот для того, чтобы судить об обоснованности этого намерения, нам нужно распределить оценки. Ну и вот эти оценки распределяются так, что там хорошо обосновано, а что нет. Бывают плохо обоснованные желания, бывают плохо обоснованные убеждения. Ну, плохо обоснованное желание – это когда, ну, там, по ряду обстоятельств, например, там, бессмысленно желать то, что уже есть, понятно, да, это делает желание как бы само речевой акт, соответствующий, лишенный всякой эффективности и осмысленности, да, а, значит, и ставит вопрос в том, осведомлен ли агент о том, что с ним происходит, а вместе с тем, значит, желание будет низкой интенсивности, и агент сам не может понять, хочет он этого или не хочет, то есть является для него предпочтительным некоторое положение или не является. То есть, каков вектор его дальнейших действий, чего он хочет добиться. Но и убеждения, они могут быть обоснованы сильно и слабо. И вот если у нас оказывается, что значит, модус желаний силен, значит, желания интенсивные, а убеждения нет, то они менее интенсивные, то вот тут как раз этот вот выдавание желаемое за действительное принимает, значит, тот, кто становится возможным как раз. И значит, намерение, возникающее в этом случае, вот происходит вследствие делегирования веры, возникновения веры. Значит, у нас убеждения недостаточно, но мы заменяем их верой в силу того, что мы чего-то хотим. Так, это очень частая схема. Ну, психологи скажут, что есть следы инфантилизма.
что это свойственно, так сказать, неокрепшей психике, значит, так действовать. Но, тем не менее, это довольно частая вещь. Наша ответственность, ответственность участника коммуникации, она, значит, перед другими участниками коммуникации, перед, значит, третьими лицами, на которые может оказаться быть оказано влияние, наша ответственность связана с тем, в какой степени мы, значит, готовы переносить желание на убеждение, эту энергию или силу желания на убеждение. Просто когда мы рассуждаем относительно себя и сами с собой, да, то нам становятся понятны и риски. В конечном счете мы примерно всегда знаем, когда мы какие-то убеждения приняли, потому что очень этого хотели, очень хотели какого-то обстоятельства. Да? А вот в отношении других мы часто являемся участниками дискуссий или обсуждений, в которых обсуждаются вопросы, для нас персонально не очень важные, но важные для кого-то. И вот в этом случае, значит, у нас могут возникать сиюминутные предпочтения каких-то положений и дел, которые не связаны, не затрагивают нас кардинально, они для нас не очень существенны. И в этом случае, предъявив некий аргумент на основе вот этого выдавания желаемого за действительное, мы поступаем очень нехорошо в отношении, вот эта порочность, да, в отношении тех других людей, для которых это более значимо. То есть наши случайные такого рода, значит, акты wishful thinking, они могут оказаться, значит, очень, имеющими большое влияние на других людей и подтолкнуть их к тому же, что приведет их к каким-то, может быть, ужасным, фатальным, роковым ошибкам. Итак, подвожу итог. Значит, прагматическая пресуппозиция спора, да, если спора о действии, да, спора о невозможном действии, если у нас нет убеждения, мы не понимаем, разделяем ее или нет, эту пресуппозицию, то есть это будет спор возможным или невозможным, действие будет возможным или невозможным. Если я вхожу в спор без установки «да», но с установкой «неопределенно», так, то мое участие в споре является двусмысленным. И, значит, если я как бы веду спор, то я даю тем самым даю понять участникам, что, ну, разделяю его прагматическую пресуппозицию, да, и, значит, потому что я как бы участвую в споре всерьез, хотя на самом деле мои цели могут быть распределены в широком диапазоне. Если я надеюсь, что надеюсь, что эта прагматическая пресуппозиция окажется верной, и тогда мне удастся достичь прямых целей спора. Так, но если это не так, то я, конечно, рискую, так, и, значит, могу тем самым ввести в заблуждение других людей и сам войти в заблуждение. Так, и это, в этом интеллектуальный порог. Но при этом у меня остаются еще запасные цели коммуникации, которые я могу достичь, если провалится вот это первое. И в таком случае я выступаю в качестве такого какого-то манипулятора, значит, я тестирую окружающих, и спор для меня всегда имеет второе дно. Ну, вот это взаимодействие имеет второе дно. То есть я вступаю в него, не знаю, как я оттуда, что там будет, не знаю, как я оттуда выйду. Но я думаю, так, ну, по крайней мере, я тогда вот, значит, узнаю, что думают окружающие, тоже не так плохо. Покажу, что я умею участвовать в коммуникации, потренирую свои когнитивные и дискурсивные навыки и так далее и тому подобное. Значит, и если вдруг оказывается, что, войдя в спор, вот, не разделяя его прагматической пресуппозиции, или не зная о том, и не придя к решению, разделяю ее или нет, да, значит, я в итоге выхожу на эти косвенные цели, но сам при этом в споре умудряюсь много раз применить принцип выдавания желаемого за действительное, да, значит, и как для кого-то из сторон, значит, это оказывается, для кого-то из участников это оказывается и причиной ошибки, значит, мы спровоцировали людей совершать ошибки таким образом, да, то вот, значит, я-то выхожу из этого спора как бы с хорошим результатом, каким-то косвенным, но хорошим, тогда как другие люди оказываются тем самым как раз в большом проигрыше. И вот если, значит, теперь возвращаюсь к еще после метадискуссивным целям, что если так, значит, вести такого рода коммуникацию, то четвертая сторона, отслеживающая, допустим, все происходящее,
значит, она будет приходить к выводу о том, что сами споры являются порочной практикой, в которых наивные, чистые, светлые люди попадают в дискурс обманщиков, ловкачей и, значит, каких-то манипуляторов, получают искаженную картину мира и вследствие этого совершают ужасные ошибки, которые потом, значит, не знают, куда деться. То есть это интеллектуальная порочность спора с использованием принципа «подавай желаемое за действительное», она состоит еще и в том, что сам институт спора дискредитируется, а вместе с ним дискредитируются и те социальные институты, в которых он развертывается. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. У нас есть буквально пара минут для вопросов. Если кто-то хочет задать, да, пожалуйста. Спасибо большое, Иван Борисович. У меня вопрос по поводу вот этого самого wishful thinking. Значит, и обратной стороны, так скажем, его этической оценки. Что если мы рассматриваем в качестве вот этого вот, значит, предмета прагматической пресуппозиции какое-то очень абстрактное суждение, типа там, справедливое устройство общества возможно, или там, значит, существуют порядочные спорщики, так скажем, те, которые действительно выражают свою точку зрения, а не манипулируют. Значит, некоторый агент, который входит в дискуссию, он может на самом деле сомневаться в том, что вот эти вот, значит, суждения верны. Но тем не менее он совершенно разумно может исходить из той точки зрения, что если он будет не принимать эти суждения, то само его участие в споре является бессмысленным. Поэтому он сознательно выдает желаемое за действительное и действует так, как будто бы он в это верил. Вот. Мне кажется, что это этически очень приемлемое и, более того, в некоторых случаях, может быть, даже обязательное. Ага. То есть, спасибо большое за вопрос. То есть, вот это, об этом мы еще не думали. То есть, значит, ваша идея состоит в том, что мы саму прагматическую пресуппозицию делаем предметом выдавания желаемой за действительное. Ага. Ну, да. По-видимому, это имеет место, ну, например, если мы, как бы, такие спорщики институциональные, ну, например, мы всю жизнь являемся экономическим экспертом, не кто-то является экономическим экспертом, и для него было бы странно не верить в собственное кредо, так сказать, чтобы он не считал, что от экономической экспертизы или высказывания публичного мнения на этот счет совсем уж ничего не зависит. Тогда вся его деятельность этого человека оказывается под вопросом, очень неясно, чем он занимался. По-видимому, если я правильно понял ваш вопрос, то, ступая на эту стезю, волей-неволей, значит, надо принять эту прагматическую пресуппозицию. Иначе вообще будет просто трудно функционировать. Ну да, это такой вопрос тонкий и сложный, связанный с тем, в какой степени мы верим, потому что нам выгодно. На эту тему тоже много чего написано, естественно. Но ответ понятный. В значительной степени мы верим в разные вещи, потому что нам это выгодно. А вот если спор или какая-то дискурсивная практика является нашей профессией, то нам выгодно верить в прагматическую пресуппозицию этой дискурсивной практики. Вот, например, если вы любите читать лекции, а семинары проводить не любите, то волей-неволей вы будете верить в то, что именно в лекциях вся суть. Это наиболее продуктивная форма педагогической работы. В противоположном случае вы будете думать в обратную сторону. Ну, так как так бывает, конечно. Но это типичная, да, недобросовестная. Эта установка, она позволяет быть продуктивным в этом самом споре, это правда, в самих этих взаимодействиях. Но продуктивность достигает, там нужно смотреть, какие цели будут достигаться. Мы же тут коллаборативные модели к общему благу. То есть, я не знаю, как кто, но я как-то вот равнодушен к педагогической науке. И сталкиваясь с какими-то текстами, написанными педагогами,
я испытываю обычно глубокое разочарование и не понимаю, как вообще это можно обсуждать. Но значит, педагоги, напротив того, активно обсуждают то, что они обсуждают. По-видимому, разделяя прагматическую пресуппозицию, что все их обсуждения идут на пользу образованию и науке. Ну вот, если бы я захотел вступить в этот спор, то мне пришлось бы тоже принять эту прагматическую пресуппозицию. Потому что иначе мой спор с педагогами выглядит только так, что эта наука, по-видимому, отжила свое, как бы, и мало на что способна в каком-то таком традиционном изводе. Может, есть какие-то эмпирические новые заходы, значит, педагоги, которые будут более успешны и действительно дадут нам общее, некое общее благо. Но с таким же успехом можно рассуждать о теологии. Кстати, хороший пример вот такой. В 19 веке все студенты и преподаватели университетов должны были в обязательном порядке говеть и исповедоваться несколько раз в год по положенный срок и приносить соответствующие справки. Нужно было, если ты исповедуешься и говеешь там у другого священника, не у университетского, то справку приносишь университетскому. А если, значит, так, то у университетского просто исповедовался и порядок. Можно предположить, что в конце 19 века в университетах было огромное количество студентов, преподавателей, которые в Бога не верили. И более того, еще наверняка были священнослужители, которые тоже либо по-своему как-то верили, либо как-то вот тоже вот уже немножко охладели. Можно предположить, что это так. Но все они дружно имитировали вот эту практику. Значит, вот примерно так мы и поступаем, когда участвуем в дискуссиях, прагматические пресуппозиции, которых не разделяем. Так? И если вдруг значит, мы хотим дискутировать там о чем-то всерьез, то, по-видимому, нужно их разделять, иначе мы будем манипуляторы по отношению к тем, кто значит, участвует в них, разделяя эту пресуппозицию. То есть вот мы вопросы богословия обсуждаем и говеем, а сами в Бога не верим. Какова наша позиция в этом случае? Ну, понятно, такая. Не знаю, только так ли я понял вопрос ваш. Спасибо. Хорошо, спасибо. У меня тоже есть пресуппозиция, которая говорит о том, что нужно жестко соблюдать регламент, потому что сейчас должен начаться обед. Вот, поэтому давайте еще раз поблагодарим Ивана Борисовича. Спасибо большое, да. Вот. Желаю приятного обеда.